Азим. Тут подходит к Лексе и говорит: я буду твоей крышей, а ты мне за это 100 баксов платить будешь. Идет кот, плачет, навстречу ему компот. Чего ты плачешь? Клекс денег требует. А когда спросит про деньги, ты спроси: Клекс, а где твоя банана? На следующий день Клекс подходит и говорит: ну, где мои баксы? А тут кот спрашивает: а где твоя панама? Какая панама, спрашивает Клекс. Тут выходит компот и говорит: вот твоя панама, и бьет Клексу по голове люком. Забрала Клекса скорая помощь. Прошло полгода, вылечился Клекс и говорит: все, будешь мне 100 000 платить. Ну, кот в панику бежит к компоту. Не боись, кот, придет Клекс, ты его спроси, где его часы? Приходит утром Клекс, а кот его спрашивает: Клекс, а где твои часы? Клекс удивился. Говорит: где, где? Вот мои часы. Сзади компот с люком,